Мисс Фок, вы хотите жениться на моей племяннице? Да, лорд Мейс. Тогда совершите путешествие вокруг света за 80 дней. Невозможно! Мы объедем. Ставлю 1000 фунтов, что я... Принимаю. Письми за 80 дней. Паспорту, чтоб Фок женился на Белинде Мейс. Паспорту. Филипс, ко мне! Да, лорд Мейс, к вашим услугам. Помешай Фогу объехать вокруг света за 80 дней. Я должен выиграть пари. И нужно вовремя успеть проверки фиксера отведеть. Письми объехать. О, Филлис, будь осторожен! Дядя посылает этого негодяя Фикса, чтобы помешать вам! Не волнуйтесь, мадемуазель, я компаньон мистера Фога, проведу любого Фикса! И нужно вовремя успеть проделки Фикса разглядеть, без мира бегать с паспорту. Вокруг света за 80 дней. Какой красивый город Неаполь. Жаль, что нужно уезжать. Но если мы хотим объехать вокруг света за 80 дней, мы должны поторопиться. Что надо взять с собой в дорогу, месье? Дай-ка подумать. Для такой поездки нам понадобится компас, мышь и... Мышь? Роликовые коньки. Компас не проблема. А вот роликовые коньки... Вот, роликовые коньки, теперь мышь, иди сюда. Я тебя не обижу. Полезай внутрь. Все в сборе, если не считать непоседы Тато. Тато, иди сюда. Хорошо, теперь можно и в путь. Войдите. Срочная телеграмма для мистера Фога. Спасибо, любезный. Что там, месье? Просьба моего друга, профессора Фьорелли, который занимается раскопками Помпеи. Он хочет, чтобы я взглянул на одно из его важных открытий. Но, месье, у нас нет времени, нам нужно успеть на корабль. Время есть. Пойдем. Вы слышали, мистер Фикс? Еще бы, мистер Фикс. Я прослежу, чтобы они опоздали на корабль. Значит, у вас есть план, мистер Фикс? Если у меня план... Если у меня план, разумеется, есть... И какой же... Наш первый шаг. Хорошо. А второй, мистер Фикс? А вдруг что-нибудь случится? Вдруг мы нарвемся на проделки Фикса? Вдруг мы не успеем на 4-часовой корабль? Что тогда, месье Фок? Успокойся, дружок, не делай из кротовины гору. Гору? Из кротовины? Что это значит? Вон, видишь маленький холмик? Он шевелится! Осторожно, Тато! Да, его сделал крот, когда рыл тоннель. Этот холмик называется кротовиной, теперь понимаешь? Ну, конечно, он очень маленький. Посмотрите, совсем не такой большой, как гора. Вот именно. А выражение «делать из кротовины гору» означает... Делать из маленькой проблемы большую проблему. Молодец, паспорту. А теперь давай искать дорогу в Помпеи. Если следовать указаниям профессора Фьорелли, нам нужно сесть на восточный поезд до Помпеи. А как мы попадем на восточный вокзал, месье? Пожалуй, я спрошу этого джентльмена. Бонжорно, сеньоры, бонжорно! Как нам попасть на восточный вокзал? Мы торопимся в Помпеи. Очень просто. Ступайте по восточной улице до самого конца и поверните направо. Потом первый поворот налево, пройдете до следующего квартала и свернете направо. Опять направо, налево и снова направо. Потом наверх, и вы на месте. Спасибо. Не благодари меня, приятель. Ты так заблудишься, что никогда не попадешь в Помпеи. А на корабле подавно.
Вы где-то не туда свернули, месье. Что-то не так. Не нервничай, дружок. Ну что же делать? Нам отсюда никогда не выбраться. Глупости, Паспарту. Спросим дорогу еще раз. Прошу прощения, сеньора. Вы не подскажете нам, как пройти к восточному вокзалу? Разумеется, с удовольствием. Спуститесь по ступенькам до уровня моря, потом резко поверните и идите прямо до большого фонтана. Обойдите фонтан, чтобы не промокнуть, и идите по кругу, пока не увидите тот же фонтан. Пройдите 3 квартала, пока не дойдете до пьяцца Реали. Перейдите дорогу, спуститесь по ступенькам, и вы на месте. Ясно? Спасибо, сеньора. Скажите, пожалуйста, где вы, месье? Мы заблудились, а времени все меньше. У нас достаточно времени. А вдруг мы не выберемся отсюда? Вдруг мы так и будем вечно ходить кругами и никогда не найдем этот вокзал? Спокойно, не делай из кротовины гору. Это вам не кротовина, месье, у нас большая проблема. Не очень, подай компас. Компас? Именно, поскольку мы ищем восточный вокзал... Будем поворачивать компас, пока стрелка не укажет на север. Тогда мы узнаем, с какой стороны востока и вокзал. Скажите, пожалуйста, какой вы умный, месье Фок? Здесь все компасы врут. Вы не туда идете. Вы упадете с края земли. Вернитесь и заберите свой выигрыш. Вы забыли $200. Это гора Везувий, Паспарту. Знаменитый вулкан. Знаменитый? А чем он знаменит, месье? Почти 2000 лет назад произошло извержение, которое похоронило город, в который мы едем, Помпеи. Так, значит, они решили прокатиться в Помпеи. Что лучше, отрезать им дорогу или немного удлинить ее? А, мистер Фикс? Не называй меня мистером Фиксом, глупец. Не видишь, я знаменитость. Кто же ты, незнакомец? Я знаменитый помпейский бандит-одиночка. Я всегда оставляю от врагов мокрое место. Смотри, как я остановлю поезд. Полный вперед! Вы говорите, гора Везувий похоронила город Помпеи? Как такое возможно? Везувий очень опасен, дружок. Почти 2000 лет назад верхушку горы прорвало, и в небо поднялись клубы черного дыма. Вулканическая лава обрушилась на город и полностью похоронила его. Скажите, пожалуйста, какой ужас! Да, погибли все. Люди, животные, разрушились здания города Помпеи. Давай, помпейский бандит-одиночка, делай свое дело. Именем помпейского бандита-одиночки остановите поезд, или я оставлю от него одни руины. Но если город Помпеи похоронен, месье Фок, какой смысл туда ехать? Дело в том, что сейчас город раскапывают и реставрируют, Паспарту. Спустя почти 2000 лет? Именно так. И мой друг, профессор Фьорелли, руководит раскопками. Ты точно знаешь, что делаешь на этот раз, бандит-одиночка? Я не могу оплошать. Они остановятся перед бревном, которое я положил на пути. И тогда я наконец-то разделаюсь с этим Фогом. Остановитесь перед помпейским бандитом-одиночкой, или я превращу ваш поезд в руины. Какой смысл откапывать город, который был похоронен почти 2000 лет назад? У прошлого можно многому научиться, дружок.
А развалины Помпеи великолепно сохранились. Что это? Что случилось, месье? Выходите из поезда, живо! Я помпейский бандит-одиночка, и я вас граблю. Одно неверное движение, и вы превратитесь в руины. Отлично. Пусть женщина свяжет мужчин, и побыстрее. Ну и ну, если нас свяжут, мы не попадем в Помпеи, и на корабль в Неаполе не успеем, и вокруг света за 80 дней не объедем. Нам конец, месье. Глупости. Не делай из кротовины гору. Из кротовины? Неужели вы считаете это маленькой проблемой? Мы обречены! Просто открой сумку, Паспарту. Открыть сумку? Вот именно. Прекратите это ограбление! Вы не должны носиться, как перепуганные цыплята! Перестаньте! Проделки Фикса! Проделки Фикса! Этот бандит всего лишь месье Фикс! Надо же! Мышь спутала все карты! Но! Ну и ну, месье! Мышь была великолепна! Да, но думаю, следует посадить ее обратно в сумку. Нам пора продолжать путешествие. Славная работа, мистер Фикс. Откуда мне было знать о мыши? Вы же специалист по проделкам. Надо быть ко всему готовым. Я остановлю их в Помпеи. Надеюсь, мистер Фикс. Иначе лорд Мейс вас не похвалит. Да, я разделаюсь с Фогом. Не будь я Фикс. Удивляюсь плодам ваших трудов, профессор. Такое впечатление, что здесь до сих пор живут люди. Да, все в точности, как в день извержения Везувия. Да, подлинная картина жизни почти 2000-летней давности. Это мои помощники. Они убирают залу и пепел. Паспарту, обрати внимание на мостовую. Она вымощена булыжником, но гладко, как современные улицы. Древняя мостовая поистине удивительная вещь, месье, но сейчас меня больше интересует возвращение в Неаполь, где мы должны успеть сесть на 4-часовой корабль. У нас достаточно времени, Паспарту. Скажите, незнакомец, что это за странный шум? Это шум? А это всего-навсего гора. Гора? Везувий, она постоянно рокочет и дрожит. А вам не бывает страшно? Редко, сеньор, только если Везувий рокочет больше минуты подряд. И что тогда? О, сеньор, если такое случится, будет очень страшно. Это значит, что может начаться извержение. И что все люди делают, если он рокочет больше минуты? Что делают? Что же нам еще делать? Надо прыгать в поезд и уезжать отсюда как можно скорее и подальше. А если кто-нибудь опоздает на поезд? Будет очень печально, потому что другого транспорта до Неаполя здесь нет. Совсем никакого. Совсем никакого. О, боже, вы произнесли волшебные слова, незнакомец. Что это, месье? Театр Помпеи, мальчик мой. Он вмещал 5000 зрителей. Посмотрите, это некое подобие буфета, где люди могли купить что-нибудь поесть по пути в театр. Вы мне напомнили, я очень голоден. Вот что я хотел обсудить с вами, мистер Фок. Мы начали раскопки пекарни, и внизу в печи мы нашли очень странные предметы. Меня интересует ваше мнение. Буду рад. Как же мы туда спустимся? Нас спустит рабочий. Поехали. Они спустились в глубокий колодец. Это мне на руку. Осталось только шум поднять. Великолепно, мистер Фикс. Но
воспользуемся ими как барабанами. Вы хотите изобразить шум вулкана, мистер Фикс? Так точно. Я изображу вулкан. Все бросятся к поезду. Тот уедет, а волк останется в колодце. Прекрасно, мистер Фикс. Смотрите, это они. Что вы об этом думаете? Кажется, здесь на поверхности выдавлена какая-то надпись. Селигограни. Что это значит? Везувий, извержение! Нет, сеньор. Рокот был очень недолгим, он уже прекратился. Ничего страшного. Извержение! Ненормальный турист, я ничего не слышу. Шум прекратился. Согласитесь, мистер Фикс, вы не можете в барабаны бить и людей подстрекать. Надо что-то придумать. Селигограни — это пшеничная мука. Я держу в руках буханку хлеба. Буханку хлеба, испеченную почти 2000 лет назад. Удивительно, потрясающее открытие. Любой, хочешь заработать на жизнь, а? Си. Ты должен бить в барабаны, пока я не скажу, что хватит. Ясно? Пока не скажу, что хватит. Понятно тебе? Си. Очень хорошо. Начинай бить. Бегите к поезду. Спасайтесь. Везувий проснулся. Вулкан, бегите к поезду. Скорее, друг, поторопись. Брось подъемник. Спасай свою шкуру. Вулкан извергается, беги. Время, месье, нам пора ехать, если мы не хотим опоздать на корабль. А вы сказали все, что я хотел знать. Я очень вам благодарен. Давай, Джузеппе, поднимай нас. Никакого Джузеппе здесь нет, дедуля. Мы тебя не слышим. Поднимай. Повторяю, никакого... А, неважно. Придется поднять, чтобы они меня услышали. Смотрите, месье Фок, проделки Фикса! Совершенно верно, приятель. Опять проделки Фикса. У вас нет ни малейших шансов успеть на корабль в Неаполе. Что вы наделали, Фикс? Сущие пустяки. Заставил одного парня бить в барабаны, а остальных убедил в том, что это проснулся вулкан. Они вот-вот уедут на поезде, а это значит, некому вытащить вас из колодца и не на чем уехать в Неаполь. Вулкан. Молодец, приятель. Ты хорошо на меня поработал, когда бил в барабаны. Слышите, как отходит поезд? Даже если вы выберетесь из колодца, толк от этого не будет. Поезд на Неаполь уже ушел. Да, и человек, которого вы подкупили, тоже. Да, и что из этого? Кто же тогда сейчас бьет в барабаны? Барабаны кто же? Кто? Вулкан! Гора Везувий! Извержение! Кажется, он отключился. Мы в опасности, месье! Мы обречены! Вулкан проснулся, а мы в колодце! Встань мне на плечи, Паспарту! Я тебя подсажу, и ты схватишь веревку подъемника. Я не могу дотянуться до веревки, месье! Мы пропали! Позови Тото. Пусть он влезет тебе на голову и дотянется до веревки подъемника. Тото, иди сюда, хорошая обезьянка. Поймай веревку для Паспарту. Давай, крошка Тото, почти дотянулся. О, нет, сорвался. Пусть попробует еще. Давай, Тото. Да, крошка Тото, веревку. Да, вот так. Ты самая умная обезьянка в мире. А теперь тяни подъемник вверх. Что? Что хорошего в том, что мы наверху, месье? Мы обречены. Успокойся, Паспарту. Не делай из кротовины гору. Из кротовины гору? А это что? Разве это не гора извергается? А поезда нет. И мы никогда не вернемся в Неаполь, не сядем на корабль и не объедем вокруг света за 80 дней. Сумку, Паспарту. Что? Сумку. Достань 3 пары роликовых коньков. Роликовые коньки? Разумеется. Замечательная мысль. Мостовые Помпеи идеально подходят для катания на роликах. Мы мигом доберемся до Неаполя. Прощайте, месье, проделки Фикса! Нет, нет, дружок. Возьми тележку и помоги мне поднять его. Мы не оставим его здесь.
так. Поехали. Действительно человек, который умеет сделать из кротовины гору. Ты прав, Паспарту.